Всем привет! Сегодня у нас реакция на Юлю Пушман, песня по алфавиту. Погнали смотреть. Всем привет, ребята. Привет. Меня зовут Юля. Ой, это же Карина Каспарянс, да, если не ошибаюсь, да, да. Песни по алфавиту. Такое видео мы увидели у Халберов, и нам очень. Да, сейчас эта тема очень популярная, видимо. У всех вижу. По ходу событий, действий поймете, как в это играть. О, ну давай. Целуя ножницы. На Д. Я сдаюсь, ладно. Да нет, да ты же тебя поняла. Давай к мне. Не помню. Блин, сейчас волнуюсь и все забыл. Блин, ну это вообще дичь. Давай тихо, лучше послушаем. Если уходишь, иди, я не буду что-то ждать. Я чуть не слышал это. Короче, от жанра, да. Просто Юля, так, теперь тебе надо спеть на буковку. А почему не по алфавиту? Ты вся за своим бегу. Странно, что лезут в голову такие идеи, типа, буква М. Мама, когда я рядом с ним. Спой-ка мне на букву Ж. Жасмин, Жакей, журналист. Кофе, Жакей. Смотри на жизнь веселей. Так. О, да-да-да, это топ, это топовая песня. Обожаю. Переслушиваю. Самая-самая. Егор Крид, ну же! Это что-то знакомое? Так, и давайте прибавим. Короче, вот такая песня. Засчитана, но я, короче, вспомнила, типа, с днём рождения. Головокружения. И всех желаний исполнения. Так, вспомни что-нибудь на букву К. Коля Хейтер. Коля Хейтер. Мне на букву Ю. Ю? Получится? Я не знаю. Сразу приходит на ум Юля. Но с Юлей есть ли песня с Юлей? Я знаю. Ну, точно, мое имя. А, вот. Нормально. Так, давай на букву Ч. Окей, буква Ч. Ч. Слышь, ты что такая дерзкая? Ну, там не на Ч, ну, пофиг. Да? О, да-да-да, точняк. Черные глаза. Скажи на букву Л. Л? Л. Ну ладно, говори уже. Листья желтые. Приходит на ум любовь, но окей, пусть будут листья. Ца. Не, я только весь не слышу. В смысле? Ша. Шамиль. Шаурма. На углях. Шаурма. На углях. Ну давайте же, ну, известная песня. Ну да. Рома. Надо было весь шансон давай. Все переслушать перед тем, как начинать это снимать. Россия священная наша. Серьезно, много других песен интересных. Так, давайте до следующей буквы. Окей. Next. Буква N. U? Буква O. Да, слышал. Она тоже буква. Буква O. Что же есть на букву O? Да, кстати, пишите в комментариях. Вот видите буквы и пишите песни свои в комментариях. Блин, интересно так-то. Давай. А буква алфавите Т. И. Т. Окей, Т. 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 Что есть на букву Т? И мы счастливы. Игнат еще. Ибрагим. Это просто мы играем слова? Нет, я пытаюсь накидать слов, чтобы вспомнить. Да, да. Что-то я тоже не могу вспомнить на букву И. А, знаю. Серьезно. И уносит меня. В давай. В? Валера, Валера.
Так, все, Валера, не шути со мной. А ты Валера? Я не Валера. Давайте на букву И. Что там? Один. Это не алфавит, это цифра. Да? Так, давай на букву Ослик. Там просто с картинками. Пожалуйста, назовите мне что-нибудь О. на букву Я. А, Я. Я ухожу, не забуду. Я только что хотел что-то подобное. Так. Так, а у меня было в голове. Ай, рука. О, что-то Блин, очень старое. Да, Евгений Латухалмиров тоже там были такие песни. Владимирский Централ. Да. На С у нас было? Давайте на В, Владимирский Централ. Блин, как я мог забыть? От Мартина. Я уже сказал, самое-самое, давайте Егора Крида, йоу. Йоу. Блин, тебе надо в рекламодатель. Или С. Не помню, не помню, блин. Поздравляю. Много знаю. Спасибо. Ладно, я сдаюсь, я не знаю ничего. Ей! Выиграла, Юля? Ну, проиграешь один раунд, ничего с тобой не обложится. Что-нибудь про цыган мне хочется. Цыпа-цып... А, нет, Короче, другая. Скоро была песня. Вау-вау-вау, цыки-цыки-цыки. Ладно, зачтем, потому что на цен, мне кажется, нет. Чики-чики, нет. Карина такая потерянная сидит. Это, конечно, было. О. Кс-кс. Нет, там по-другому. Там по-другому, да, там... Что-то так кс-кс. Это очень. Ну что ж, ребят, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось наше такое. Вам понравилось? Мне понравилось. Мне понравилось. Мы когда-нибудь снимем вторую часть этого. Давайте будем ждать вторую часть. На самом деле интересно. О, давайте по цифрам. Вот пусть реально по цифрам сделают. Почему нет? Много просмотров, то тогда мы снимем вторую часть обязательно. Давай, давай, давай. Напишите в комментарии, какие видео вы еще ждете. Напишите в комментариях, угадали ли вы какие-нибудь песни на алфавиту. Надеемся, что вам было весело. Весело. Да, ну нам было, да, честно, вот сказать честно, нам было весело, вспомнили шансон. В общем, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх. Лайк! Вот таким получилось новое видео Юли Пушман. Если вам понравилась реакция, поставьте лайк, напишите об этом в комментариях. И огромное спасибо за просмотр. Пока!